памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны доставляют на дом. За несколько дней до праздника сотрудники социального обслуживания населения республики приходят в гости к участникам войны и труженикам тыла. Благодаря вам сегодня под знаменем Победы мы имеем возможность строить будущее родного края и всей страны. В Чебоксарах проживают около 1900 ветеранов войны, из них 143 фронтовика. Мы на сегодняшний день практически всех дошли. Остались у нас единицы, которые в данный момент по состоянию здоровья пока нас не могут принять. Но мы и с ними держим связь. Анна Титовна – одна из тех, кому социальный работник пришла в гости. Несмотря на почтенный возраст – 98 лет, воспоминания о Великой Отечественной войне до сих пор свежи в ее памяти. Не забуду никогда, когда ехали из Москвы в Калининскую область, поселок Морево надо было нам. На Морево-то железной дороги нет, там на машине пешком, да, добрались, в общем. Вот тогда у нас очень длинный эшелон был. Там двигались конные армии тоже, танки. Вот нас обнаружил это немецкий самолет. Обнаружил, и никак это не можем ехать. Вот разбомбили, все, перестали мы это, все разбежались, сутки строили эту дорогу. Несмотря на такую трудную юность, Анна Титовна считает себя счастливой женщиной. После войны она вышла замуж, воспитала 5 детей, 9 внуков и 12 правнуков. Инесса Потапова, Павел Иритков, Республика. Вечный огонь – символ памяти погибшим героям Великой Отечественной войны. К нему приходят, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с фронта, тех, кто ушел от нас в послевоенные годы. Сегодня жители Новочебоксарской и представители органов власти республики возложили цветы к вечному огню на аллее памяти в городе Спутники. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, а тем, кто жив, уже не под силу принимать участие в торжественных мероприятиях. Чтобы порадовать их под окнами героев, уже второй год подряд проводятся концерты и военные марши. Николай Егорович Плетнев ушел добровольцем на фронт в 17 лет. Служа в противотанковой дивизии, защищал город Ленинград, за что был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. Эмоций не хватает даже сказать слово. Не ожидал, что так столько людей придет поздравлять нас, участников войны. Большое спасибо, конечно, за заботу. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В Ельниковской роще в Новочебоксарске высадили яблоневую аллею. Ее заложили в память о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В создании аллеи принял участие и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он лично проследил, чтобы яблони были высажены по всем правилам и прижились. Руководство администрации Новочебоксарска планирует благоустроить этот парк. Надеюсь, что все деревья приживутся и в последующем сохранятся. И в честь 76-летия сегодня мы сажаем 76 яблонь. Я считаю, очень хорошая идея. Особенно эта акция важна для ветеранов. Они всегда задумываются, что останется после них. Смогут ли они передать память о героизме нашего народа будущим поколениям? Яблони, которые каждый год будут своим цветением напоминать о 9 мая 1945 года, отлично подходят для этой цели. Там 3 дерева посадил, сейчас вот где-то вот в 3 местах. Обязательно я каждый год постараюсь, сам живу в Чебоксарах, но за лето, я думаю, 1-2 обязательно загляну, посмотрю, как они растут. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.
Жители деревень Чершкас, Мураты, Тюлюкасы и Кумаши Вурнарского района стали участниками международной акции «Сад памяти». В преддверии Дня Победы возле памятника участникам Великой Отечественной войны сельчане высадили более 200 елей в память о погибших на фронте. Из трех деревень ушли на фронт 186 человек. И в честь них в прошлом году мы заложили памятник. И в этом году эту работу продолжили, сделали сад памяти, посадили ели, кедры, сделали памятные таблички, обновили сам памятник еще раз. И я считаю, что это очень важно, особенно для нашей молодежи, чтобы помнили подвиг наших предков, наших дедушек и бабушек. У каждой семьи свои герои. У Алины Лежниной, как и у многих земляков, прадед сражался на поле боя, а прабабушка работала в колхозе. Воссоединившись после войны, они прожили долгую и счастливую жизнь. Дедушка у нас служил, был в Эстонии, получил ранение, был инвалидом Великой Отечественной войны. Бабушка у нас была тружеником тыла в годы войны, тоже прожила нелегкую жизнь. Воспитали они вместе совместно шестерых детей, подняли на ноги. У них более 20 внуков, у них очень много правнуков. Здесь мы находимся, чтобы чтить их память, чтобы помнить, не забыть, чтобы все знали про них. Есть и те, кто пришел рассказать о своих братьях и сестрах. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, Господи. Ели, деревья, долгожители. Они олицетворяют вечную память. Всего по стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. Ольга Семенова, Георгий Кривошеин, Республика. Журналист и радиоведущий национальной телерадиокомпании «Чувашия» Максим Попов получил гран-при фестиваля «Солдатский конверт 2021», завершившегося в Ставрополе. Высокой награды наш коллега удостоился за композицию «Сурский рубеж», посвященную подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Попов известен в Чувашии как талантливый исполнитель, но в этом случае он выступил и как автор стихов и музыки. Жюри, в составе которого были народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка России Мария Аронова, певица Ольга Кормухина, единогласно присудила ему гран-при по номинации «Вокалисты». Максим Попов исполнил песню «Сурский рубеж». Песня, которая поразила в самое сердце всех членов жюри. Они единогласно присудили эту самую победу. Давайте еще раз искупаем аплодисментами. Максим Попов, Республика Чувашия. Заслуженная награда, действительно. В Чувашии продолжается песенный конкурс, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Уже поступило более 30 заявок на участие, 9 музыкальных произведений с авторскими текстами и музыкой, более 10 текстов, на которые можно написать музыку. Среди конкурсных работ – выступления ансамблей, дуэтов, сольные исполнения. Жители Яльчевского района Геннадий Борисов и Галина Енейкина написали музыкально-поэтическую композицию, которую исполнил хор села Байдырякова. Вячеслав Климкин из «АллатРа» представил на конкурс песню «Рубеж» в двух версиях соло и вместе с группой «Альтернум» в стиле рок. В конкурсе принимают участие стихи. Свои работы прислали жители Чебоксар, Алатырского, Вурнарского и других районов республики. Поэму «Блиндаж воспоминаний» направили члены Союза профессиональных писателей Чувашии. Участники клуба пенсионеров из Новочебоксарска поют о том, как важно помнить подвиг тружеников тыла, строителей оборонительных рубежей и пронести эту память через века.
чтобы помнили мы навсегда про священные эти года, чтобы помнили мы навсегда про священные эти года. Организаторы конкурса «Союз женщин Чувашии» продолжают принимать творческие работы. Музыку, стихотворения, песни на тему трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В год, посвященный трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей, Чувашский государственный ансамбль песни и танца представил жителям республики концерт «Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай». В основу постановки легли реальные исторические события и воспоминания их участников. Долгое время это время замалчивалось. Это я знаю по рассказам своей матери об этом. И сейчас, что это стало публичным, что это общество стало известным, это очень большая интересная работа. И мы, конечно, хотим напомнить нашей публике о тех трагических страницах и хотим эмоционально вызвать отклик на это. Чтобы тема защиты Родины, тема любви к Родине, чтобы она всегда была с нами. Сюжет строится на воспоминаниях трех героинь о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться зимой 1941-42 годов. Для того, чтобы достоверно передать события тех дней, понадобилось все жанровое многообразие, анимация и визуальные эффекты. Новая Булаева Ельчикского района Чувашской АССР. Есть современное чтение, уже которое доступно на языке сегодняшней молодежи. Ведь очень важно не только восстанавливать, а через произведение искусства вдохновлять и вызывать интерес у сегодняшней молодежи. Я думаю, что это чтение режиссеров, и хореографов, и в целом сама постановка как раз то самое, чтобы и молодежь привлечь к истории Сурского рубежа. Концерт не оставил никого равнодушным. В конце представления многие не смогли сдержать слез. Ну, однозначно понравилось. Хотелось бы отметить работу наших артистов, которые действительно самоотверженно, знаете, по-настоящему прожили судьбы тех героинь, которые они показали. Это было очень эмоционально, это было очень искренне, честно, по-настоящему. Спасибо им большое за такой праздник. Для тех, кто не смог прийти на спектакль, 9 мая в 14:00 в эфире национального телевидения Чувашии будет показана видео-версия спектакля. Ольга Семенова, Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика.